заступает. Возможно, и говорят уже не в первый раз то же самое. Я думаю, это всегда приятно слушать и видеть. Потому сегодня наши дети снова будут выступать, может быть, немножко в другом варианте, или в другом составе, точнее. Ну, небольшое будет изменение. Но я думаю, сегодня тоже будет нам всем интересно послушать истину о Рождестве Иисуса Христа из детских уст. Поэтому пусть Господь благословит их, и пусть каждый из нас воспримет эту истину вполне серьезно, несмотря на то, что о ней будут говорить наши дети. Так что, дети, пожалуйста, просим вас всех.